Знаете, ребята, я вот построил такой вот самолет, самый начальный, мне он абсолютно не нравится. Я хочу построить реальную пушечную просто машину. Поэтому досматриваем видео до конца и пытаемся угадать, какого же монстра я построю. Не забывай, что если ты хочешь попасть ко мне в видео, сниматься вместе со мной, прыгай ко мне в Инстаграм, будь там активный, лайкай, комментируй и пиши мне. Я обязательно выберу самых активных в мою команду, уже она пополняется потихоньку, я уже начинаю некоторых людей выбирать. Поэтому, ребят, ссылочка на Инстаграм в описании. Обязательно заходим туда, да, и подписываемся. Окей, ребят, что у нас здесь? У меня есть вот такой вот самолет, который, к слову, даже летает. Давайте я вам сейчас покажу, как он летает, смотрите. Летает просто замечательно. Давайте, от первого лица даже можно тут херачить, как хочешь. И правда, у него пропеллер просто гигантский, но это все фигня. О, давайте попробуем сейчас чувака врезаться. А, у него там самолет какой, офигеть. А, я предлагаю, ребята, сейчас построить просто лютую машину. А, как нам сделать вообще? Мы можем тут что-то покупать с вами, но мы это не будем делать вообще абсолютно. Я не вижу в этом никакого смысла. А, мы можем сохранить вот этот самолет. Давай мы сохраним его на всякий случай. И теперь, ребята, начинаем строить. Что у нас будет, ребят? Я предлагаю построить какую-то дикую машину. Я предлагаю построить что-то наподобие. Я даже не знаю, что можно придумать. Надо подумать, секундочку. Знаю, ребята, я знаю, что мы сделаем. Мы построим летающий квадрокоптер. Будем нам пытаться на нем полетать. Поэтому давайте будем начинать строить. Итак, как он будет выглядеть? Ну, конечно же, квадрокоптер у нас должен быть вот с таким вот основанием, да. Далее он у нас будет вот так себя вести. Я даже не знаю как. Давайте мы, наверное, вот так сделаем. Так, так, так. Да уйди, ты мешаешь, ля. Как? А ну-ка, продолжаем строить. Так, квадрокоптер у нас будет вот такой. Хорошо. Теперь нам нужно немножко увеличить, наверное, вот так сделать, да? Так, давайте еще вот так сделаем, капец. Я не знаю, он будет как вертолет, мне кажется. Так, хорошо, и тебя. Так. О, супер, ребята, посмотрите, реально выглядит как квадрокоптер. Давайте мы еще так для центриситета сделаем, вот так. Так, ну смотрите, выглядит достаточно прикольно, мне нравится. Я не знаю, напишите в комментариях, на что это похоже, но мне нравится. Давайте мы немножко достроим. Так, вот так сделаем. Тут у нас просто будет сиденье, да, и нам нужно выровнять это все. Сиденье у нас... О, нет, сиденье у нас по центру будет, ребят. Отлично, так, теперь что нам нужно? Нам нужны пропеллеры. Я не знаю, как это будет выглядеть, но это будет очень угарно. Давайте мы сейчас поднимем вот таким вот образом. Оп. Ага, супер. Итак, давайте, ребята, попробуем взять пропеллеры. Пропеллеры у нас будут... так, а какой? Смотрите, у нас есть вот такой пропеллер. Есть... Ага, смотрите, можем повернуть. Есть вот такой пропеллер. Есть... Давайте огромный, ребята, огромный пропеллер сделаем. Во! Шикардосина! Посмотрите, как выглядит. Супер. Так, раз, два, три, четыре. Офигеть, ребята, уже мне нравится. Ой, так, это я нечаянно сюда построил. Так, что отвертка, кстати, делает? А ну-ка, мы можем что-то выбрать. О, мы можем с вами выбрать и настроить отдельно. Хорошо, это супер, это супер. Так, что мы теперь с вами делаем? Нам теперь понадобится какую-то сидуху сделать. Давайте глянем, мне просто интересно, как это будет выглядеть. Так, seat, main pilot seat, берем. Ставим вот таким вот образом. Бамс. И все, полетели, ребята. Мне кажется, это будет угарно. Погнали. Воу. Работает. Только у нас проблема. У нас проблема. Мы летим только вверх и вниз. Я хочу еще вперед лететь. Так, ну ладно, давайте взлетим высоко. Мне интересно, куда мы улетим с вами. Ребята, высота 3000 метров. Скорость 280. Офигеть. Так, мы назад почему-то летим. Наклонись вперед, пожалуйста. Так, высота 5000, 5000 метров, ребята, 5000 метров высота, скорость максимальная, 360, 370, скорость растет, ребята, мы отдаляемся все дальше и дальше, высота 7400, слушайте, мне нравится, только проблема в том, что мы летать не можем вперед, ну, в принципе, там особо не надо, только нас, как-то, видите, тянет в другую сторону, мне кажется, мы в итоге просто развернемся, давайте, 10000 метров. 10 тысяч метров. Все, это максимальная высота, которую только можно. У нас уже приборы не показывают. Скорость 630, ребята. Это что-то невероятное. Офигеть. Так, мне нравится. Мне нравится, как получается. Супер. Теперь нам нужно что-то добавить, чтобы это у нас как-то управлялось. Правильно? Давайте мы сейчас попробуем это с вами сделать. Я не знаю, получится у меня или нет. Так, мне понадобятся вот такие вот штуки. Смотрите, у нас есть винг. Это у нас типа, я так полагаю. Что это? Это у нас... Забыл, как эта штука называется? Крылья, во. Крылья, смотрите, у нас есть дельты. Вот такие. Дальше у нас есть контрольные... пропеллер блейд.
Ага, так, окей, давай, знаешь, что мы сделаем? Мы сделаем вот такие вот Control Surface, только я не знаю, нам нужно какие-то 1 на 1 или 1 на 2? А ну, давай попробуем. Так, нет, точно не такие. Ага, вот такую берем. Ага, так, ну сейчас построим, посмотрим, как это все будет выглядеть. Мы будем как-то этим всем управлять или нет. Но вообще в идеале, мне кажется, это надо сделать так, чтобы у нас двигались вот эти штуки сами по себе. То есть, чтобы мы могли управлять. Я не знаю, можем мы как-то это все делать или нет. А ну-ка, давайте посмотрим. Во-первых, кстати, нам же нужен этот... Нам нужен, ребята, топливо. У нас топлива-то не было, правильно? Давайте мы сейчас это вот удалим с вами и поставим на его место топливо. Так... Fuel tank, так, ну, оп, раз, и давай сюда, два, и вот сюда вот три. Слушай, ну, выглядит неплохо, мне нравится. Так, я подумал, а зачем нам вращающиеся какие-то штуки, если мы просто можем сзади пару трастеров поставить, спереди пару трастеров поставить, и все готово? А ну-ка, давайте мы сейчас попробуем с вами это сделать. Итак, что нам нужно? У нас есть, смотрите, и балласт, и какие-то интересные вещи, вау. Тут есть все просто. Ладно, давайте мы возьмем Rocket Engine и поставим вот сюда, наверное. Huge. О, нет, это слишком большой. Можно мне какой-то маленький? Поменьше есть? О, супер. Давайте вот сюда. Так, супер, супер. Я не знаю, как это все будет выглядеть. Давайте мы это все испытаем. Поехали. Воу. Окей, дисбаланс. Это не то, что я хотел, но что-то вроде вырисовывается. Так, ладно, давайте мы его уберем. Нам действительно нужно что-то, нам нужно как-то управлять, правильно? А ну-ка, давайте попробуем. Так, давайте попробуем Control Surface все-таки поставить. И мне кажется, вот таким вот образом давайте. Так, вот так. Ага. Так, вот сюда и вот сюда. Так, ну посмотрим, как это все будет выглядеть. Мне прям интересно. Так, что, мы можем управлять? Да, мы можем управлять. Полетели. Вау, управляется, ребята. Управляется. Мы типа летим, но не так, как мне нужно. Потому что я по центру что-то забыл убрать. Ага, я вот эту штуку забыл убрать. Окей, давайте глянем, как это все будет выглядеть. Ну что, полетели. Посмотрите. Эй, чувак сел. Тихо. Тихо, замедляемся, ребята. Скорость слишком большая. На таких больших скоростях летать нельзя. Тихо. О нет, мы падаем. Мы в минус падаем. Тихо, в минус не падаем. Тихо. Так, ускоряемся, ребята. Нам нужно выровняться как-то. О, выравнивайся. Не, это гиблое дело. Нам это не поможет вообще. Так, почему такая фигня у нас происходит? Вопрос хороший, ребята. Давайте мы сейчас попробуем, знаете, как сделать? Мне кажется, это все происходит из-за того, что слишком большая у нас нагрузочка. А ну-ка, давайте мы сделаем все таким вот образом. Так, где эта штука-то? Потерял. О, Control Surface. Так, берем 1 на 2. Поставим одну сюда, вторую сюда. Этого, я думаю, в принципе, будет достаточно. Давайте попробуем. Так, не сильно разгоняемся. Аккуратненько, не спеша. Вот чел сел, он меня сбивает просто нахрен здесь все. Уйди отсюда. Так. Так, полетели. Воу. Так, это беда. Это беда, ребята. Это сложнее, чем я думал. Только мы можем как-то это все вращать. Вот в чем вопрос. Так, ну что, не хочешь взлетать? Давай сейчас ты у меня полетишь вот таким вот образом. Я сейчас возьму, ребята, пропеллеры. Просто дикие. Дикий, огромный пропеллер поставлю вперед. И давайте мы сейчас просто нахрен тут все с пропеллерами этими заставим. Так, я думаю, сейчас будет весело. Ну, давай. Родной, как тебя поставить? Вот. Так, почему-то я не могу, кстати, сюда поставить, он мне тупо не дает, но не даешь, так мы увеличим. Ребят, я предлагаю сделать самый большой квадрокоптер просто в нашей жизни, конечно же. Так, давайте мы поставим все вот так. Так, это сколько я там отставил-то, давай еще посмотрим. Так, продолжаем. Так, ну, вроде как еще одну и вот сюда. А ну-ка. Ну, давай, становись. Так, все, идеально? Или слишком близко, или слишком далеко? Я не знаю, как это все будет. Так, давайте, берем таким образом. Так, раз. И вот так, два. Все, идеально? Ну, типа идеально, ладно, пусть будет так. Итак, ребята, берем гигантские пропеллеры, ставим вот сюда. И сейчас будет просто... О, погоди, стоп. Мы же поставили в другую сторону. Или нет?
Я не знаю, короче, как это все работает. Ну, все, поехали, ребята, будет весело. Ну что, полетели. Воу, ребята, он летит. Он летит? Или что происходит? Как мы летим? Мы летим, но очень странно, мы летим вниз. Мы летим в флип. О, ребята, мы летим. Эта, кстати, штука не работает вообще абсолютно. То есть нас по факту просто тянет вниз. О нет, что?